Ну, приходилось управлять краном? Знаешь, я реально был мастером такой игры в игровом автомате. Меня даже звали Хватуном. Нет, нет. Ну да, звучит не очень. Так, а теперь опусти его, чтобы мы могли заглянуть под капот. Да, ладно, конечно. Только прикрой меня, хорошо? Да. Так. Похоже, мама кому-то не сказала, что нужно убирать за собой. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Ага, вроде несложно. С вами снова Хватун. Что там происходит? Прости! Ладно. Ну, поехали. Я нашел свое призвание. Уж пора бы. Ну, давай посмотрим, заведется ли она. Ah!
Оли! Нет, я не брошу тебя! Оли!